Спасибо, да. Спасибо. Надо сказать, что в нашей встрече традиционно, вот я называла несколько уже циклов, а традиционно также было и последние, вот, наверное, 10-15 лет фестиваля. Два фестиваля, которые проводились, один в декабре, всегда рождественский фестиваль, а другой фестиваль «Весенние голоса». И вот Олесь с Магой, Лена, очень часто участвовали в этих фестивалях. И вот мы решили в этот раз не делать фестиваля, ну, ибо мы завершаем 40-й сезон, но все-таки участники прошлых фестивалей очень захотели выступить и сделать такие музыкальные приношения. Поэтому я сейчас хочу пригласить на сцену юного композитора Ваню Гаврикова. Он учится в школе имени Майкопара, педагог его Александр Миловидов. И вот он сыграет свое музыкальное приношение в виде сонаты для фортепиано, которую он написал. Thank you.
приглашаю еще на сцену. Мы будем слушать музыку Эдварда Грига, ансамбль «Четыре руки». Пожалуйста, Каптур Марина и Сажина Алина. Класс преподавателя Маргариты Александровны Воронцовой. Школа Зареченская школа искусств. Мы слушаем Грига «Норвежский танец». Thank you.
фестиваля нашего рождественского, я в прошлом году написала рождественский альбом. Ну, это 8-9 пьес разных трудностей. И могут играть юные пианисты дуэтом, но и могут и постарше, потому что там есть трудные пьесы. Вот, и я хочу попросить, сейчас будет музыкальное такое приветствие от школы имени Шапорина. Кстати, надо сказать, что это моя родная школа, потому что я училась у Юрия Александровича Шапорина, профессора Московской консерватории, когда я еще была студенткой консерватории. Вот, и мне очень приятно, что сотрудничество с этой школой у нас продолжается долгие годы. И надо сказать, что педагоги этой школы с большим энтузиазмом относятся и ко всем нашим таким встречам и проблемам, и всячески как готовят и своих учеников, они всегда участвуют в наших фестивалях. Я хочу представить двух педагогов фортепианный дуэт, который исполнит несколько частей из как раз рождественского альбома. Играет фортепианный дуэт Наталья Николаева и Ольга Мызникова. Приветствуем!